Знаменитый врач и мыслитель Авиценна говорил: «Умеренно и своевременно занимающийся физическими упражнениями человек не нуждается ни в каком лечении, направленном на устранение болезни». В настоящее время в нашей стране реализуется проект «Здоровые дети, здоровая Россия», главная задача которого – широкое приобщение школьников к физической культуре, в первую очередь занятием гимнастикой. В рамках этого проекта в легкоатлетическом манеже ЦСКА состоялся гала-праздник, посвященный закрытию 22-х зимних Олимпийских игр и Дню защитника Отечества. Сегодняшний праздник, который организован и проведен Академией спорта Ирины Винер, Единой партией «Единая Россия» и нашим центром организационно-методического обеспечения физического воспитания, он как раз и служит тому, для того, чтобы показать детям, чем можно заниматься, какое огромное количество видов спорта есть, какие люди, какие чемпионы есть рядом с нами, и в конечном счете их сориентировать на прекрасные идеалы олимпизма, на прекрасные идеалы развития своего тела и характера, для того, чтобы мы могли растить здоровое поколение. Мы считаем, что это так называемое социально значимое мероприятие, когда собралось столько много зрителей в лице детей, когда для детей выступают их же сверстники, дети, и показывают мастер-классы, показывают элементы тех или иных видов спорта, тем самым пропагандируя, тем самым, наверное, вовлекая и тем самым, наверное, все-таки показывая, что насколько они любят избранные виды спорта и насколько они призывают детскую общественность заниматься физической культурой и спортом или же вот выбрать тот вид спорта, который им ближе. Есть состязания, в которых нельзя победить силой или скоростью. Это интеллектуальные виды спорта. Здесь главное оружие против соперника – гибкость ума и сообразительность, а также хорошо продуманная тактика. Я очень рада, что интеллектуальные виды спорта представлены на сегодняшнем празднике, потому что мы, интеллектуальные виды спорта, помогаем нашим детям быть не только ловкими, смелыми, но и умными, что должно обязательно помогать стать великими спортсменами и, возможно, представлять нашу родину на следующих Олимпийских играх. Наш центр развивает интеллектуальные виды спорта, и мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы наши дети были в нашем обществе, в информационном обществе, подготовлены к этой жизни. Поэтому, конечно же, в здоровом теле должен быть здоровый дух. И мы все делаем для того, чтобы наши дети были умными, и красивыми, и здоровыми.